Уходящий год стал плодотворным для членов Общественной палаты Щелковского района. Общественники трудились в тесной связи с органами власти. Особое внимание уделили вопросу преобразования Щелковского района в городской округ. О ходе этой работы поговорили на заседании. Представители власти и члены палаты сошлись во мнении. Такая реорганизация призвана в первую очередь повысить качество жизни населения. Единый бюджет позволит реализовать крупные социальные проекты и повысит инвестиционную привлекательность округа. Кроме того, кадровая оптимизация в администрациях позволит направить освободившиеся средства на благоустройство и социальную сферу. Все вопросы, связанные с преобразованием, жители могли задать на публичных слушаниях, которые прошли во всех городских и сельских поселениях. Наша, безусловно, задача, и моя в частности, была вместе с моими коллегами досконально пояснить и разъяснить и депутатским корпусам, и жителям в этих поселениях преимущества преобразования городского округа. Наш тут выборы новые, совет депутатов будет 25 человек, да, это на всей территории округа. Если 160 сейчас останется 25, то как раз очень важно те люди, которые туда пойдут, чтобы качество этих людей было профессионализм, самое главное, неравнодушие. Мы с вами все здесь собираемся, советом депутатов, только для того, чтобы управление было максимально эффективным и чтобы наши жители быстрее получали результат тех позитивных изменений, во имя которых вообще мы все работаем. Я думаю, что преобразование городской округ, оно как раз направлено на то, что я сказала. Представители власти также поблагодарили членов общественной палаты за работу, отметив их неравнодушие и активность в 2018 году. Действительно, общественники организовали более 300 мероприятий. Это встречи с жителями, круглые столы, выезды по обращениям. Наш основной принцип палаты – это всегда не оппозиция, это контроль через участие. Поэтому мы его так и держим на себе и в таком же духе работаем. Мы выходим очень много законодательной инициативы на Московскую областную думу, на Общественную палату Российской Федерации, Общественную палату Московской области и непосредственно губернатору. То есть у нас есть инициативы, мы их выдвигаем. Также на заседании отметили труд наиболее активных жителей Щелковского района, ведущих общественную деятельность. Их наградили благодарственными письмами и почетными знаками. Наталья Медведева, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».